Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на курсе по конституционному праву. Роль Конституции в жизни общества и государств трудно переоценить. Конституция – это основа власти и опора гражданского общества. Устойчивость Конституции является залогом политической стабильности и, в конечном счете, успешного развития любого государства. Но Конституция – это не просто текст, не свод абстрактных норм, а живой, динамично развивающийся феномен, который самым непосредственным образом влияет на ход истории и траекторию развития страны. Важно понимать, что условия, благоприятствующие развитию экономики и общества, гарантии прав и свобод человека и гражданина, не возникают сами по себе и не существуют в безвоздушном пространстве. Для того, чтобы их создать, развивать и поддерживать, нужны сильные государственные институты и эффективная система норм права, что обеспечивает стабильная, но при этом динамично развивающаяся Конституция. Это обстоятельство неоднократно подчеркивал и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он отмечал, что основной закон – это живой инструмент, но в то же время нужно бережно относиться к его основам. Основной закон должен быть стабильным. В этом, в его стабильности, заключается значительная часть стабильности самого государства и основных прав и свобод граждан Российской Федерации. Любой гражданин должен знать Конституцию своей страны не только потому, что это базовый акт, который гарантирует его права и свободы, но и потому, что именно этот документ содержит в концентрированном виде описание действующей модели общества и государства, в котором он живет, а также представление о желаемом будущем, о том, куда мы движемся, о целях общественного развития. Еще важнее получить знания о Конституции, ее устройстве и принципах функционирования будущим профессионалам, которые станут на командные высоты в экономике и государственном управлении. Уровень правовых знаний и ответственности элит имеет особое значение для перспектив развития страны, поскольку в силу своего положения именно эта часть общества делает выбор между альтернативными возможностями и тем самым непосредственно влияет на результаты воплощения в жизнь конституционного проекта будущего. Предлагаемый вашему вниманию курс – знакомство с общей частью конституционного права, его базовыми элементами, которые должен знать каждый из нас. Мы познакомимся с тем, как устроена власть в нашей стране, какие органы ее реализуют. Узнаем, какими правами и обязанностями обладает человек и гражданин в Российской Федерации и какие механизмы для их защиты созданы. Эффективно ли писать жалобу президенту страны, если вас затопил сосед сверху? Курс состоит из 10 модулей, и в каждом из них вы найдете дополнительные материалы. Они помогут вам глубже разобраться с описываемой темой. Обратите внимание, что для обсуждения каждой темы у нас есть отдельные форумы. В них вы можете задавать вопросы, если вам что-то непонятно, вы не знаете, как выполнить задание, или просто хотите поделиться мнением с другими слушателями. Но не забывайте про простые правила. Не стоит публиковать там ответы на тесты и практические задания, иначе вы лишите следующих слушателей возможности решить их самостоятельно. Ну и, конечно, помните про уважительное отношение друг к другу. Даже если вы не согласны с чьей-либо точкой зрения, старайтесь выражать свое мнение без лишних эмоций и в рамках приличий. Этот курс откроет перед вами правовое море, а то, сколько знаний вы из него подчерпнете, зависит только от вас. Я готова помочь вам в этом нелегком деле на каждом этапе. Надеюсь, что курс окажется для вас полезным, и вы сможете использовать приобретенные знания и навыки в своей повседневной жизни и профессиональной деятельности или учебе. Желаю интересной и продуктивной работы.